Здравствуйте, это программа «Открытый диалог», с вами Николай Пименко, и сегодняшнюю программу мы посвящаем 90-летию Московской области. И, конечно же, масса событий, мероприятий проходят, которые посвящены так или иначе этой дате. Но есть вещи, которые всегда с нами, и какой бы год мы ни отмечали, и где бы это ни происходило, в городском округе Люберцы или в каком-то другом регионе нашей большой страны, наверное, слово «забота о ком-либо» — это одно из самых главных слов в нашей жизни. И сегодня мы будем говорить на тему неизлечимых болезней, на тему излечимых душ и многие другие темы, которые многим, может быть, покажутся такими не очень интересными, потому что, возможно, вас это сегодня не волнует. Но, как говорят, кто знает. Обо всем по порядку. У нас в студии Павел Бурыкин, заместитель главного врача детского хосписа Московской области «Дом с маяком». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Также у нас в гостях Дарья Данилко, которая работает няней в этом детском хосписе. Здравствуйте, Здравствуйте, няня. Поговорим мы о паллиативной помощи. И вот до того, как мы вышли в эфир, я поговорил с нашими гостями и попросил, чтобы они более-менее подробно все-таки остановились на этом. Почему мы используем именно это слово, откуда это пошло и что оно на сегодняшний день в себя включает? Потому что многих пугает само название, они могут понять, что это такое. Что такое паллиативная помощь и что такое паллиативная медицина? Паллиативная помощь – это дефиниция, да, паллиативной помощи. В первую очередь это улучшение качества жизни человека, да? Качество жизни у всех разное. Угу. И несмотря на вот это заболевание, которое есть у человека, которое, к сожалению, невозможно вылечить, мы стараемся думать вот в этот момент про жизнь. И прожить этот кусок жизни, который остался, максимально полно. Паллиум по латыни «плащ». То есть наша задача всех специалистов, которые работают с семьей, это укрыть заботой в этом, потому что это всегда буря, когда человек узнает, что у него есть тяжелое неизлечимое заболевание, у него самого или его ребенка, это всегда, конечно, буря эмоций, это всегда поиск каких-либо. Но это трагедия, конечно, это трагедия, вот, как говорится, при живом человеке или в живом человеке, вокруг живого человека, это трагедия. То есть получается, что это медицина, вот такой термин от слова «плащ». Да, да, но медицины здесь на самом-то деле не очень много. Медицина – это очень важная составляющая, это база. Это нужно обезболить человека, убрать все негативные симптомы. Но вылечить нельзя. Вылечить, к сожалению, мы не можем. У детей, мы работаем в детской паллиативной помощи, у детей около 600 болезней, которые современная медицина, 600 состояний, которые современная медицина ни в Москве, ни в какой-либо другой стране мира, к сожалению, вылечить не может. И, все-таки каким-то образом можно помочь этому человеку, этой семье. Вот. И задача паллиативной помощи именно в том, чтобы поддержать семью. Вот скажите, сегодня много, может быть, вот вопросов таких для вас не очень естественных, потому что хочется эту тему посмотреть со всех сторон. Есть варианты, когда, например, ребенок знает, а когда не знает, что ему просто каким-то образом продлевают жизнь. Или наоборот, делается так, чтобы ребенок даже не знал о том, что у него неизлечимая болезнь. Какой вариант существует? Или оба варианта есть? Есть оба варианта, но вы сказали, продлевает жизнь, да? Угу. А философия паллиативной помощи – это и не продлевать жизнь искусственно, но и не укорачивать ее. То есть сколько человеку отведено, столько он может… Параллельно может идти. Да. Наша основная – наполнить эту жизнь жизнью, условно говоря. Да? Вопрос, должны дети знать, да, или вообще, в принципе, взрослый должен знать, да, или том, нет, что, вот, да, что у него есть болезнь, от которой он умрет. Вот в мое твердое убеждение, что у человека есть право знать, да? Есть ровно такое же право и не знать. И наша задача специалистов, которые работают с этой семьей, узнать первое, чего он хочет. Он хочет знать это или нет. И это возможно на самом деле. И второй момент, эту информацию, если он хочет знать про то, что у него есть тяжелая болезнь, от которой он умрет, грамотно донести. То есть не так, как это происходит в большинстве случаев в больницах или еще. Этому в университетах не учат. Мы знаем, да. Достаточно одного предложения или одного слова, когда человеком меняется. Это очень тяжело. Вот я хотел к нашему разговору еще Дарью подключить сейчас.
Вы заканчивали факультет педагогики и психологии МПГУ имени Ленина. Вот, и когда мы тоже вот до программы вы представились как няня. Вот скажите, если ребенок, наверное, в вашем случае были оба варианта, когда ребенок знает и когда не знает. Вот когда ребенок знает, что ну, жизнь у него скоро закончится, как-то он по-другому себя ведет? И как вот вам, он же, наверное, может как-то пытается спросить чего-то, узнать. Как вот происходит ваше с ним общение на уровне вот этой педагогики? Ну, здесь моя задача-то заключается в том, чтобы помочь ребенку максимально быть ребенком. То есть детство должно быть у любого ребенка, независимо от того, болеет он или нет. Если он хочет что-то знать, то я, будучи рядом и, по сути, находясь ему другом, естественно, я не буду скрывать, и я буду максимально понятным ему языком объяснять, что происходит. Но ведь это страшно. Как вот, как этому можно научиться? То есть вот я в вашем лице сейчас вижу много-много людей, которые этим занимаются, да, которые, а дети задают вопросы, и здоровые дети, и любого возраста дети, они задают вопросы иногда прямо в лоб, ты не знаешь, что ответить, ну, на обычный, на такой вопрос. А как быть в этой ситуации? Как вы общаетесь с ним? Ну, если ребенок задает мне этот вопрос, значит, мы с ним уже дошли все-таки до этого, и все, есть у нас какой-то контакт. И это все настолько индивидуально, что я даже... Ну, здесь нет алгоритма. Ага. Здесь нет какого-то плана действий, которому следует придерживаться. В последнее время и за рубежом, и у нас появляются такие произведения искусства, ну, я имею в виду фильмы, какие-то театральные постановки. Они бывают очень разные, но часто... И даже, например, средства массовой информации тоже пестрят информацией, что вот где-то там мальчик получил футбольный мяч с автографом, сбылась его мечта, и через неделю, значит, там он ушел из жизни и так далее. Вот киношники или режиссеры, сценаристы тоже ну, эксплуатируют иногда эту историю. Но услышать в реальной жизни как-то от ребенка, что он в курсе, что как бы жизнь скоро закончится, я даже не представляю, как этому можно научиться. Вот где-то вы учились, где-то вы это проходили, какие-то курсы существуют. Одно дело, когда вот, как вы говорите, что это вроде как и медицина, но уже и не совсем медицина, а другое дело, когда идет личный контакт с человеком, когда надо отвечать на вопросы. Где этому учатся? Этому в жизни учатся здесь больше нигде, потому что, ну как можно... Ну, вот это на мой, ну, я сейчас поясню, просто это такой серьезный вопрос. Те люди, которых сейчас волнует эта тема, да, они же все равно считают, что они, ну, в своей беде они одни, да, очень многие люди отворачиваются. К сожалению, конечно, нету, ну, базового паллиативная помощь не входит ни в одно базовое образование, которое существует ни у врачей, ни у медицинских сестер, ни у психологов и социальных работников в России. Оно не входит в базовое образование. А у них там? Вот. Да. И мы учимся изначально, конечно, то есть первые вот эти вот первые знания мы получали именно за рубежом, в частности в Англии в первую очередь, потому что они основоположники. Но, насколько я понимаю, сейчас паллиативная помощь у нас все-таки становится потихоньку медициной. Или должна включаться в образование врачей, медсестер, да, что есть так, что есть паллиативная помощь, что есть вот, естественно, то есть есть алгоритмы обезболивания там, и так далее, и так далее. Вот. Но паллиативная помощь — это холистический подход, ну, и медицина там процентов 20. Вот. Это огромная социальная работа. Это вот то, чем занимается Дарья, это поддержка семьи, чтобы мама могла просто поспать на самом деле, выйти в театр. Ведь она же не виновата в том, что у нее родился больной ребенок. У каждого это может случиться. Вот. И человек теряет свою социальную роль. И важно, чтобы ну, как-то то она оставалась. То есть это получается помощь это не только ребенку, поддержка. Но и всей семьи. Всей конечно. Семьи. Мы берем под опеку ребенка и всю его семью. Вот. Это вторые дети, которые тоже, естественно, лишены родительской любви и так далее. Вот. Это помощь общения с государственными органами, потому что ну, вот наша организация берет весь груз общения с государственными органами на себя. То есть, если, условно говоря, там родителям положены какие-то льготы, еще что-то, вот. Это делают наши юристы, социальные работники. То есть это
работа огромного количества людей. Вот. И медицины здесь на самом деле не очень много. И вот очень мне не нравится, когда говорят паллиативная медицина. Это все сведется к больнице. Ну, мы знаем, да, как больницы люди раньше, по крайней мере, да и сейчас, да, больница старается, понимая, что человека уже не выходить, старается от него избавиться. Вот, а родственники стараются, чтобы он там остался, и вообще человек остается. Беда. Вот. Но это немножко сейчас другая история. Давайте мы поговорим о хосписе. Прежде всего, вот в чем разница между детским хосписом и взрослым хосписом? Я поясню свой вопрос. Ну, даже такая страшная логика, если отбросить все чувства сейчас, да, взрослый человек все-таки, как говорится, успел пожить. Угу. У него было детство, у него была юность, молодость, зрелость, ну тут уже возраст зависимости, да, и детская история. Вот в чем основная разница? Или все равно здесь какие-то есть общие мотивы? Принципы, база, естественно, она одинаковая, да, то есть вот эти вот философские принципы, на которых зиждется паллиативная помощь. Угу. Естественно, есть разница, да. Ну, основные принципы – это то, что подход холистический, еще раз говорить, что это все-таки с разных сторон, да, помощь семье. Второе, то, что мы вот этот вот базовый принцип не отдаляем, не приближаем смерть. Вот. В чем же отличие? Когда мы говорим о взрослых хосписах или взрослой паллиативной помощи, но сегодня в России это так, что это в первую очередь онкологические заболевания, да, то есть человек умирает в терминальной стадии онкологического процесса. Это есть такое понятие хосписная помощь или помощь в конце жизни. Mm-hmm. У детей онкологии, слава богу, не очень много. Современные онкологи научились лечить детские онкологические заболевания. Вот. И ну, 3-5% от наших, от общего числа наших подопечных — это дети, вот, которые умирают от онкологии. Основное количество наших подопечных семей — это дети, у которых врожденные заболевания, патология нервной системы. То есть эти дети завтра не умрут. Они могут жить очень долго. Mm-hmm. И год, и два, и 10-15 лет. Но... Вот в чем разница, я понял. Вот в чем разница. Да. Мы сейчас... заболевании и продолжительности жизни. Но это надо тоже понимать, что это тяжелое заболевание. И ребенок может умереть вообще в любой момент. В любой момент. Сейчас мы сделаем небольшую паузу. Напомню, что это программа «Открытый диалог». И сегодня мы посвящаем ее теме паллиативной помощи. Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня, напомню, программа посвящается 90-летию Московской области. В этих программах мы обсуждаем и наши достижения, и те проблемы, которые окружают людей. И, конечно же, одна из самых главных наших задач – это счастливая жизнь. Кто-то проживает ее с удовольствием, проживает долгую, счастливую жизнь. А кому-то, к сожалению, уготована совсем другая история. Сегодня мы говорим о паллиативной помощи. У нас в студии Павел Бурыкин, заместитель главного врача детского хосписа Московской области «Дом с маяком», и няня Дарья Данилко, которая тоже работает в этом хосписе. Вот прежде чем мы поговорим уже конкретно о том, как работаете вы, как существует система волонтеров, вообще как этот механизм существует, скажите, почему сегодня у общества, которое вроде бы так много знает, в первой части я говорил, и фильмы показывают, люди со слезами на глазах выходят из кинозалов, из театров, сопереживают, могут деньги отправить, например, на лечение кому-то, да, мы знаем и такие истории. Вот. С другой стороны, есть люди, которые категорически в штыки это воспринимают. Вот истории по поводу домов, в котором так выявляют какие-то такие мини-гостиницы или еще что-то, или места, где дети, страдающие, кстати, онкологией, и вот начинается рак заразен. Мы все эти истории знаем, к сожалению, их много. Люди приходят с полицией, с участковым, кому-то удается что-то там отсудить, кому-то нет. Как сделать так, чтобы общество научилось это понимать? Или это всегда так будет, так человек устроен? Говорить можно красивые слова, а делать можно по-другому. Мне кажется, что так будет всегда. Это и в России есть, и на Западе, то есть, ну, естественно. Но мне хочется думать, что все-таки таких людей
меньшинство. Потому что я вижу, как нам жертвуют деньги, это там, по 10 рублей люди с пенсией просто, да, какие к нам приходят волонтеры, то есть, и все-таки вот этих плохих историй, их гораздо-гораздо меньше. Мне хочется верить в лучшее. Давайте поговорим сейчас подробнее о вашем хосписе. Во-первых, как он образовался, кому пришла такая идея и кто там сейчас работает? Мы работаем в детском хосписе «Дом с маяком» Московской области. Mm-hmm. Да, есть большой детский хоспис «Дом с маяком» в Москве. Да, это первый детский хоспис в Москве, который появился в 2013 году. Учредители Лида Маниава и Нюта Фермейстер. Mm-hmm. Вот. Мы же образовались в 2018 году. Нам совсем немного лет. Маленькие тут, еще. Да, еще 2 года. Но на самом деле огромная работа уже за это сделана. За это время. Вот. И мы работаем как отдельное юридическое лицо, как у нас отдельная медицинская лицензия на оказание паллиативной помощи именно в Московской области. Mm-hmm. Вот. А какой коллектив у вас? Кто эти люди? Где вы их набирали? Потому что, опять же, одно дело невежественные, ну, назовем так, люди, mm-hmm. чтобы не называть по гендерному признаку, которые не понимают ничего. Другое дело, когда еще специалисты, которые готовы участвовать в этом проекте. Ну, кто у нас работает? У нас работают врачи, да, которые делают визиты во все регионы Московской области. Они могут ехать там, за 180 километров от МКАД. Вот. Это порой выходит такая ситуация, что у нас врач или медсестра mm-hmm. выезжает на визиты целый, большая часть дня ее рабочего уходит просто на дорогу. Вот. А у нас так работает... называемое плохое словосочетание, но никогда не денешься. Адресная помощь, да? Прям по адресам это поехали. Так, это mm-hmm. так, да. Это так. Сколько у вас человек работает? У нас около 40. Около 40? Да. То есть это врачи, медсестры, няни, которые приезжают домой, смотрят ребенка, вот, помогают родителям. Это координаторы, которые координируют всю нашу работу. Угу. Вот. То есть мы за то, чтобы доктор занимался врачебными вопросами. Ну, правильно, чтобы разделить. Да. Вот. У нас есть психологи, которые помогают семьям, да, решить вопросы, которые у них возникают. Вот тут сразу возникает вопрос, да, сейчас мы представляем этих замечательных людей в образе Даши, мы их видим даже и в вашем образе, но это же все, наверное, стоит какой-то, это человеческие затраты, это профессионализм. К волонтерам мы сейчас отдельно подойдем. Mm-hmm. Какую-то зарплату они получают? Конечно. Да? Конечно. То есть это основная работа или это основная? Ну, в большей части это основная работа. Mm-hmm. Вот вы этих людей подбираете по каким-то принципам, чтобы они выдержали этот момент? На самом деле найти специалиста, который бы мог работать в паллиативной помощи, это огромный труд и время. Mm-hmm. Да? Специалиста, который пришел к нам на работу, чтобы он попал в семью, он проходит стажировку, да, с теми людьми, которые... ну, которые уже имеют опыт и так далее. Плюс еще тот человек, который его стажирует, конечно, говорит, подходит он для этой работы mm-hmm. или нет. А кстати, найти. Вот если кто-то сейчас нас смотрит и проникнется, или хотя бы захочет попробовать, mm-hmm. вдруг он как может к вам обратиться? Там? Просто приехать куда-то? В «Дом с маяком» сайт, да? Вот, да, записаться на собеседование. Да. Ну, конечно. Врач нам сейчас очень нужен. Врач какой? Давайте. Врач-педиатр. Врач. Врачей же педиатров. Почему просто? Миллион. Ну неужели нет врача-педиатра? Кто еще нужен? Так, кто нам еще нужен? Няни, координаторов мы уже набрали, психолог у нас уже есть, медсестру мы уже нашли. Прекрасно. Доктора, проблемы с врачами. Доктора, вот видите. Уважаемые доктора, обращаемся к вам. Может быть, это будет делом всей вашей жизни. Так, коротко и ясно, не будем эту тему дальше развивать. Вдруг у кого-то... Ну, у меня так и получилось. Вот, так чувствуется. Даш, скажите, пожалуйста, ну, доктор... Пусть меня простит. Павел, ладно, это как бы, ну, близко, как ни крути. А вдруг няня, да еще в таком сложном деле. Вы почему пошли? Кто такой, кто такая или кто такой, наверное, или только девочки, я не знаю. Нет, мальчики. Вот няня, что это за люди в этом деле? Что это деле, за детский зверь? Хоспис, да. А я тоже, наверное, всю жизнь к этому шла, потому что я занимаюсь этим уже, наверное, 4-й год. Даже еще институт не успела закончить, уже сразу туда и пошла. А почему вы туда пошли? Что вас туда позвало? Абсолютно случайно. Вот правда, есть такие истории, которые я смотрела, ждала, там всю жизнь думала, как я хочу, волонтерила. Нет, я просто пришла и стала работать. Давно работаете уже? 4-й год. Четвертый год? Да.
Что самое страшное в этой профессии для вас? Очень страшно, когда не могут, когда родители не принимают диагноз своего ребенка. Ага. То есть ребенок, который, в принципе, понятно, что недолго ему осталось, и родители нет, они мечтают, как он пойдет в армию, угу. как он пойдет, как он женится, а ну, как у них будут внуки. Да. Это очень грустно. А еще такой грустный момент. У вас, наверное, была такая история, когда по какому-то адресу уже не надо ехать? Да. И что происходит? Как-то это вычеркивается из списка? Ну, семья, как правило, снимается с учета, да. Но у нас есть еще программа горевания. Поддержка после смерти. Поддержка после смерти ребенка. Ага. Вот. Это и... Мы приглашаем семьи на литургии, да, и есть разного рода мероприятия поддержки, ну вот родители, когда собираются вместе, у которых дети умерли, да, они общее, делятся общее этим, да, дело, то есть как-то да. от этого становится легче. А долго родители? Мы приезжаем после того, как ребенок умер, вот у меня сейчас умер моя подопечная девочка, вот мы сейчас с медсестрой поедем вместе. Обязательно их навестим. Ну, потому что это и мне нужно, и семье надо, чтобы они знали, что о них не забыли. Ну да, потому что вы это уже... 5 лет мы поддерживаем тоже, семью. Да, вы превращаетесь фактически в такого члена семьи. Члена семьи, да. По сути. А долго родители с вами остаются? Или иногда все-таки быстро уходят из вашего облака, скажем так? Или по-разному? По-разному, абсолютно конечно. По-разному. Ну, есть какая-то, конечно, средняя цифра, да, там это около 6-7 лет. Вот, но... Скажите, а был хотя бы один случай, когда вот этот диагноз был как-то снят, и ребенок неожиданно... Вот, становился нормальным? Ну да. Это мы сейчас думаем про чудо, правда? Да, почему вот. Нет? Нет, да, как бы. Вот такого нет. Значит, будет. Вот такого нет. А, но чудо мы в другом видим. Вот, то есть надо вот видеть... стараться видеть как-то вот этот момент в другом. Например, там, ребенок улыбнулся, семья поехала, отдохнула, имея тяжело больного ребенка mm-hmm. дома, они собрались, поехали, несмотря на болезнь, то например, есть фактически на море. Исполнена эта вот мечта, вот, которой занимается детский хоспис. Пару слов еще о волонтерах, кто эти mm-hmm. люди, как они вам помогают, и пару слов о людях, которые, вот вы говорите, присылают деньги. Это какая-то компания ведется или это тоже как-то так вот? Это каждый делает по своим внутренним причинам, кто как считает нужным. Угу. Жертвы обычные люди. Обычные люди, какие-то юридические лица. Ну, то есть они видят, что мы работаем, мы действительно занимаемся. Ну, надо же делом, показать да? себя, вы где-то выставляетесь на каких-то площадках, какие-то. Ну, вот к нам пришли, да? Мы сегодня рассказали угу. о вас. Да. Еще где-то. Почему? Потому что. Ну, наверное, родители какие-то каким-то образом тоже в этом, наверное, участвуют, ну, рассказывают о вас. Uh-huh. Что такое волонтер? Вот одни люди получают зарплату, а эти люди же вроде как не получают зарплату. Что они делают? Абсолютно разный спектр, uh-huh. чем человек может помочь. Он может отвезти на своей машине огромную посылку там, расходных материалов из Москвы, там где-то в область, в семью, у которых нет возможности этого сделать. Вот, это прям вот проблема. Может перевести нам какой-нибудь документ, просто работать переводчиком, mm-hmm. переводит документ какой-то, ну... Ну, понятно. То есть разное, абсолютно. Работа найдется, как говорится. Ну и в завершении, что бы вы сказали людям, которые никогда не сталкивались с этим, и дай бог не столкнуться, как сделать, чтобы понимание необходимости этой паллиативной помощи у людей было всегда? Что надо сделать? Как бы вы обратились ко всем нашим зрителям? Я в том числе прихожу на работу, и я вижу, как вот меняется общество. Для меня важно, чтобы Освенцим не был нормой. Ну, это может быть высокопарно как-то звучит, но в сухом остатке это так. Потому что реально любой из нас может оказаться в этой ситуации. В безвыходной. Ну, безвыходных ситуаций-то не бывает. Ну, вот да? вы пытаетесь найти Но, может выходы. Быть, я бы не хотел умирать в больнице,
там, на аппарате ИВЛ. Я бы это хотел делать дома, чтобы вокруг меня были мои близкие люди там, и так далее. Mm-hmm. Вот. И паллиативная помощь дает мне такой шанс. Вот. Даша, что скажет в завершение? Я бы все-таки касательно детской паллиативной помощи сказала. Мне очень хочется, чтобы у каждого ребенка было детство. Я изо всех сил помогаю детям быть детьми, а родителям быть родителями, а не руками, которые постоянно выполняют разные манипуляции, вечно устают. Вот такой разговор, который, к сожалению, а может быть даже к счастью, он без конца, можно его продолжать. Спасибо вам за вашу работу. Напомню, что у нас сегодня в студии заместитель главного врача детского хосписа Московской области «Дом с маяком» Павел Бурыкин и няня этого хосписа Дарья Данилко. Спасибо вам большое. Это Спасибо. Была программа Спасибо. «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Всего доброго и будьте здоровы.